Здравствуйте, с вами интернет-канал Максим Мадзе, и прежде чем мы начнем смотреть сегодняшние моды, я немножко хочу побомбить немного, так сказать. Друзья, как же меня задолбал этот коронавирус, а? Как меня он задолбал? Это же кошмар просто. У меня сейчас, я сейчас это видео снимаю в субботу, вы смотрите его в понедельник, но я снимаю в субботу. Я мог бы сейчас быть у себя на даче и помогать дедушке с бабушкой и так далее. Но не тут-то было, кузен. Вовчик, передаю ему привет. 3 года ему, детский садик ходит, и в детском садике он корону подхватил. И, короче, теперь в деревню ехать нельзя. Нельзя. Возможно, долго. Ну, в общем, какой у нас сегодня мод на игру «Когда соседа»? Это называется Neighbors from Hell Portal. По-моему, он был на русском языке, хотя, правда, не помню. Не помню, честное слово, был ли он на русском языке, но я не смог почему-то на русском языке найти, нашел английскую. Короче говоря, довольно известная, популярная модификация, которую Social Media Life Production публиковали у себя в группе, даже ссылку там оставляли в этих ссылках, в разделе ссылки, но почему-то ее там нету, удалили почему-то. Короче говоря, посмотрим. Так, такое вот меню. Давайте окинем взором этот мод с вами. Хороший ли, и посмотрим, хороший ли он или так себе. Поехали. Короче говоря, такое вот меню. Смотрится довольно красиво. Такие вот картинки. Introduction. First steps. Первые шаги. Первый шаг всегда сложный. На этом уровне вы будете практиковаться, можете попрактиковаться перед началом шоу. Вы научитесь управлять Вуди, строить... Нет, стоп. Открывать двери, ходить по комнатам. Советуем пройти сначала вот это, прежде чем начать новый эпизод. Слушайте директора, что он говорит. Чтобы вам было все понятно. Понятно. Короче говоря, в чем эта модификация заключается? Меня давно просили ее снять. Мне довольно много модов, кстати, прислали. Я думаю, мы будем их снимать. Фу. Короче говоря, чем эта модификация особенна? Видите, на дверях есть ободки разного цвета. Краской, можно, такая типа красная, зеленая. То есть, например, вот эта дверь поведет вот в эту же дверь с таким же ободком. Зайдя в дверь с определенным цветом, так сказать, мы войдем в ту комнату, через которую, в которую ведет дверь с таким же ободком. Ну, в общем, вы поняли, это немножко сложно сказать. Мы зайдем сюда. Вот здесь красный ободок. И здесь тоже красный ободок. И бриллиант. Отлично. Мы не будем целиком эту модификацию проходить. Она полная, но мы не будем ее целиком проходить. Потому что это сложно очень будет. Onwards and upwards. Дальше и больше, тип вперед и вверх, типа что-то так, типа что-то того. На следующем шагу вы теперь научились базовым контролем, научились управлять персонажем. Вы теперь осмотрите детали. Что можно использовать, какие предметы можно найти, как построить пакость, и наконец-то в игру вступает сосед. Пройдите вот это, бла-бла-бла-бла-бла, чтобы научиться. Музычка такая вот немножко жутковато играет.
Так, у этой двери ободка нет. И у этой двери тоже ободка нет. Значит, они тоже совпадают. Но войти мы в них не можем, потому что они заперты. Ух ты, а кстати говоря, в оригинале, когда соседа вот здесь не было двери. Вот в этом месте, куда зашел сосед. Так, давайте просто вот так нажмем. Ориентироваться долго нам придется. Так, давайте на цветок посмотрим. Ждем соседа. Это растение очень приятно пахнет. Ну и экспертные движения. Шаги эксперта. Introduction, вступление, то есть, подходит к концу. Как, какие есть животные, так, как пройти мимо животных, где спрятаться и все такое. Сундук, но это комод в данном случае закрыт. Сейчас закрыт. Так, вот здесь небодок, значит, нам надо как-то попасть в эту дверь. Но туда мы не войдем, поэтому надо зайти через зеленую дверь. Здесь есть же еще зеленая дверь, поэтому мы войдем вот так. Идем на цыпочках. И главное не перепутать. Ни в коем случае нельзя войти вот в эту дверь. Мы идем в эту дверь, чтобы выйти вот через эту. Спрятаться в гардеробе. Сосед пойдет абсолютно другим маршрутом здесь теперь. Кстати, он, по-моему, быстрее зашел. Интересно, а если... Нет, оригинальных звуков не будет. К сожалению... Ну и давайте приступим наконец к первому сезону. Первый трик. Первая это шалость. Первый трюк, первая пакость и так далее. Сосед Насти костюм. Извращение, что ли? Идет что-то там тайм. Я не сильно шарю в английском на самом деле. Странное дома. А, тут уже по-другому все написано. У соседа, короче говоря, странный дом. Портальные двери. И все тут довольно-таки необычно. Так, посмотрим, как будет сосед сейчас ходить на кухню. Сосед будет ходить на кухню через зеленую дверь. Поэтому им, соседу придется ходить в коридор. Плохо дело. Если сосед пойдет через эту дверь, то он выйдет из этой двери и пойдет уже туда. Вот в ванну, чтобы попасть, нам придется сойти. И, кстати, можем сразу положить это. Так сделать. И смотаться вот сюда. Короче, надо быть очень внимательным, чтобы пройти этот мод. Мне это нравится, кстати, даже немного. Так, в
Ну, пока сосед здесь, мы выбраться отсюда не сможем. Застряли мы тут, выбраться отсюда нельзя никак. Чтобы попасть на кухню, нам надо войти в эту дверь. Мы пройдем на кухню, пока когда сосед... Мы пойдем в коридор, когда сосед на кухню войдет. Дверь попадет. А, через эту? Можно было и сразу туда сбежать. А, фиг с ним, ладно уже. Он через эту пойдет. И через и вот из этой выйдет. Интересно, интересно. Так, и через эту дверь заходим на кухню. Да, видите, что происходит? Это очень сложно. Даже на первом уровне. Надо было все-таки выйти через другую дверь. Ладно, не будем переигрывать. Давайте сразу к следующему перейдем. Чтобы это... не терять времени. А тут уже немножко по-другому, смотрите. С каждым уровнем по-другому все становится. Теперь, чтобы попасть в ванну, надо сначала попасть на кухню. Так, чтобы соседу войти в кухню, ему надо спуститься в коридор. Но можно вот такими вот хитрыми способами попадать. Так, он пойдет в ту сторону. Или в ту. Так, значит, выходим здесь. Чтобы попасть на кухню, надо войти вот сюда. Так, бежим в ванну. И вот сюда кладем. Так, применяем бумагу сюда. Вот так вот мы, собственно говоря, идем. Путь в ванну очень непростой, как вы видите. Хе-хе-хе.
Посмотрим, что дальше. Сюрприз ко дню рождения. Ну, давайте сюрприз ко дню рождения, почему бы нет. Надо пройти 3 уровня, чтобы 2-й сезон открыть. Так, мы сейчас войдем через эту дверь. Так, сосед будет спускаться к почтовому ящику, и ему придется выходить через вот эту дверь. Попасть в ванну теперь можно с легкостью. Это радует. Так, сосед поет снова в эту дверь, чтобы попасть на кухню. Так, надо попасть в гостиную. Надо было в ту дверь зайти. А хотя нет, мы же можем через зеленую войти. Сейчас, когда он в ванну пойдет. Короче говоря, надо продумывать тщательно, какими маршрутами будет ходить сосед. Интересно, интересно. Думать тут надо. В общем, этот мод, я думаю, не даст вам заскучать. Ну вот такой вот. А что, 2-й сезон? А, мы же 2 уровня всего прошли. Ну ладно, давайте тогда следующий. Первый мы же не прошли с вами. Так, эта дверь никуда не ведет. Мы сразу же в гостиную попадаем. Чтобы попасть в ванну, нам надо зайти вот сюда. Так, давайте-ка спрячемся в шкафу пока, потому что... Окно почему-то немножко темнее тут стало. И здесь тоже. Интересно, почему так? Здесь тоже темновато стало немного. Пасмурная, видимо, погода здесь. Ну и все, мы все сделали. Осталось только спрятаться в шкафу и смотреть. Да, интересный мод, мне нравится.
заскучать не даст. Даже это окно смогли чуть-чуть потемнее сделать. Автор, один из немногих авторов, который заметил это окно. Интересно, а тут автора нигде ночь не добавлял? Давайте банный день посмотрим, чтобы посмотреть, добавлял или нет. Здесь, наверное, не будет ночи. А, нет, погодите, что-то тут... Смотрите, тут ночь, смотрите-ка. Ого, еще и свет моргает. Офигенно, офигенно. Офигенно и офигенно. Вот тут уже какой-то другой ободок. Видимо, эта дверь уйдет сюда. Так, свет после этого пойдет в ванну. Чтобы попасть в ванну, он пойдет по этой... Наверное, по этой дороге и выйдет сюда. Короче говоря, тут и ночь есть, и все такое. Ладно, не будем этот уровень проходить. Давайте второй сезон. Меня просто больше интересует. А именно эпизод барбекю. Блин, автору огромнейший респект за этот мод. Минуточку. Что-то я ничего не понял. Так, он пойдет в эту дверь. А выйдет из двери с другим ободком. Ого, ребята, вот тут уже реально сложно было. Сосед, по-моему, вошел в дверь с синим ободком, а вышел из двери с зеленым ободком. Ребята, вот тут уже ад начинается. Вот интересно, как там в третьем сезоне, но я не буду это смотреть, потому что я... Третий сезон открыть еще надо. Там вообще представляю ад какой будет. Короче, здесь во втором сезоне уже надо запоминать. Надо это сначала тщательно посмотреть за движениями соседа и убедиться, какая дверь куда ведет. Давайте даже посмотрим здесь. Всегда... Не знаю, наверное, тут написано неизвестно, куда поведет дверь. Ну, давайте посмотрим, так это или нет. Так, мы входим в красную дверь, а выходим из никакой двери. Да, тут уже сложно пошло. Так, он выходит из никакой двери, ну и выходит тоже не из какой-нибудь. Выходит в фиолетовую дверь, и тут выходит из фиолетовой. Ну, тут пока логично. Ну-ка, если я войду в зеленую дверь. Я тоже войду в зеленую. Хм. Тут логично, а вот на предыдущем уровне, пикник на балконе, он-то следующий, он-то один из следующих, по сути. Тут он, там уже падает. Сет входит в никакую дверь, а входит в красную. Офигенно.
такой вот мод. Надеюсь, он вам понравился. Так, Driving Solo Rimblom MDZ. Сложный какой ник, бля. Ладно, короче, давайте оценим этот мод. Ссылочка на него будет в описании. Без всяких сомнений, этот мод был хороший. Мне он понравился. Этот мод, я думаю, не даст вам заскучать. Я ссылочку на него, естественно, оставлю в описании. Автору огромнейший за него респект. И... короче, на этом все. С вас лайк, подписывайся, а с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на когда сеть соседа, неважно, хорошие, плохие, так себе, неважно, можете присылать мне их в группе ВКонтакте в обсуждение, можете мне просто в личку ВКонтакте написать, а можете скинуть в комментариях под видео. Ну что ж, подписывайтесь на этот канал, а также вступайте, кстати, в эту же самую группу ВКонтакте. И всем пока!